они им показывали, кинул, знаешь где? Вот как идти туда, персиханку, им ходили этот, вот как у тебя движок, и они там, у них казарма, они там жили. И им показывали каждую неделю кино. А мы прям вот прибежим на бугору, сядемся и все кино смотреть. Ну, разгоняла нас там охрана, какие их охраняли. Прям подойдет, уходить отсюда, а то вдруг немцы начнут что-нибудь безобразничать. Каждую неделю или на неделю два раза ходили, смотрели. А вот оттуда немцы даже, мы смотрим, они оттуда нам то хлеба бросали, то картошку, то кусочек сахарку бросали. Какие ребята постарше, они побыстрее вперед придут, сядут, а мы подальше на бугру сидим. Они нахватать, а нам ничего не достанется. Кать, ну давай свою.